Многим людям это имя ни о чем не говорит, и в одном ряду с другими, как история звучит, как забытое предание про учителя Христа. Пусть земных его скитаний кровь с Голгофского креста. Ничего они не знают о спасительной любви, и душой не прибегают к возрождающей крови. Не открылся перед ними дивный свет его лица. Многим людям это имя только имя мудреца. Иисуса имя не всех милей. Иисуса имя в душе моей. Иисуса вечной жизни дивный свет, в нем спасение, снова жизнь отрадна и светла. Перед именем Христовым убегают силы зла.